бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов, умер в столице в возрасте 66 лет. Об этом заявили РБК в институте 4 февраля, не уточнив причину смерти. Филатов родился в 1954 году в Тульской области. В 1977 году окончил Первый Московский медицинский университет имени Сеченова, после чего работал эпидемиологом на заводе в Комсомольске-на-Амуре. С января 1993 года Филатов занимал должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, главного государственного санитарного врача по столице. Его отстранили от должности 15 мая 2012 года. На сайте Роспотребнадзора отмечалось, что это сделано в соответствии с законодательством о Государственной гражданской службе Российской Федерации и законодательством о противодействии коррупции. Филатов является автором более 60 опубликованных научно-практических работ. Под его руководством велись разработка и реализация концепции реформирования и совершенствования деятельности Госсанэпидслужбы Москвы, создание единой информационно-аналитической системы «Среда здоровья». Награжден правительственными наградами, в том числе Орденом Дружбы, в 1997 году. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 1997 год за работу ЭКОСТАН – система экологической оценки техногенного загрязнения окружающей среды и здоровья населения.